изъято из незаконного оборота 4 единицы огнестрельного оружия. Выявлен факт незаконного обращения с наркотическими веществами, 9 фактов умышленного повреждения имущества, 6 фактов мошенничества, 4 факта использования поддельных документов. Также было зарегистрировано за текущую неделю 4 факта ДТП, 1 пожар, скоропостижно скончалось 54 человека, утеря документов печати 26 фактов, без вести пропало 23 человека, также зарегистрировано 20 семейных скандалов. По административной практике составлено у нас 118 административных протоколов, 48 из них это проявление в пьяном виде в общественном месте, хотя распитие спиртных напитков, 1 факт мелкого хищения, 3 факта нарушения благоустройства города. Также был зарегистрирован факт занятия проституцией. Нарушение правил обращения с охотничьим водкостным организмом 8 фактов, также 6 фактов торговли в установленных местах. 14 фактов насилия в семье. Говорю, данные лица на данном этапе времени задерживаются и перемещаются на ИВС для вытянутого наказания.